тебя. Ну, потому что по случаю на десятилетие, на дня рождения маршала Советского Союза, выпускника военмеха Дмитрия Федоровича Устинова. Гип-гип! Ура! 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 Гип-гип! Ура! 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 Константин Михайлович Иванов. Дорогие ребята, мне очень приятно, что мы собрали всех на эту акцию, потому что очень важно сейчас заниматься молодежью, очень важно доносить до вас информацию об истории, которая была Дмитрий Федорович Устинов, это выдающийся выпускник предмета, который первым понял, что боеспособность страны зависит не только от личных качеств военнослужащих, но и во многом от военной техники. Благо Рокки! Встретись с уважением! Гип-гип! Ура! 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 Военмех всегда все свои мероприятия проводит в спортивном направлении. Сегодня погода у нас морозная. Военмех! Лучше всех! Не слышу, военмех! Лучше всех! Хорошей пробежки и здоровья вам! Давайте, ребята,